В этом году фонду поддержки детей, находящейся в трудной жизненной ситуации, исполнилось 6 лет. Его учредителем в соответствии с указом президента Российской Федерации, посчитавшим его создание целесообразным, стало Минздравсоцразвитие. Благодаря инновационным социальным программам и проектам своевременную поддержку получают тысячи детей и семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В результате дети и взрослые находят в себе силы противостоять возникающим трудностям. Все больше семей проникаются идеями ответственного родительства, крепнут внутрисемейные связи. А значит, работа проходит не напрасно.